Всем привет! Хочу вам рассказать сегодня про вот такие вот английские домики. У меня их 16 штук, все из разных коллекций. В одно время на Буцелле, на блошином рынке, на английском, кинулись их покупать, как умалишенные. Они стоили по 50 пенсов. Но тут столько маленьких деталей, все так выполнено. С любовью. Решил вам показать все эти домики. Завод есть, вот сюда он вставляется. Немножко у нас со специалистами часики не работают, со специалистами семье тяжело. Вот такой домик. Тут сплющен, все как получше. И сердце. Все они разного размера, вот этот вот третий, один из больших. Вот такая фигурка. Зайчонок. Все тут окошки из металла, вставочки для окошек. Деревянная основа, подставочка с вот такой вот красной. Вот это вот целая усадьба. Деревья, цветочки. Заборчики, все выполнено. Вот такая красота. Сейчас такое в Англии не продается. Можно только на блошином рынке купить. Это вид сверху. С красной такой вставочкой, накладочкой. А вот это среднего размера уже домики. Сверху. Вниз.
прикольные такие штучки. Детка. Ее зовут Изабелла. Это что? Железнодорожная станция. Я так понимаю, вот рельсы. На башенке часы. Люди сидят на лавочках, ждут. Билеты продают. Мы на окне. А что сзади? Ух ты. Какие есть стейшн. Вот такой домик. Среднего размера. Из дерева. Я даже не знаю, какие материалы выбирают для этого. Но керамика. Таких из маленьких. Вот это вообще маленький. Маленький-маленький, но тут столько всяких деталей, которые можно пощупать. Последних домика у нас осталось. Разверни нам и забавно посмотрим, что у нас сзади. Вот по бокам. Теперь еще раз. Вот это за домом. Теперь поставим обратно. И посмотрим поближе. Вот все это тут в деталях. Красивые вещицы, их становится все меньше. В это воскресенье поедем на блошиный рынок, посмотрим еще. С каждым годом их все меньше и меньше. А это магазинчик хлебный.